На протяжении многих лет профилактическая работа с ранее судимыми со стороны органов внутренних дел сводилась только к методам убеждения, что не всегда приносило ощутимый результат. С 2011 года вступил в силу закон об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. В отделе МВД России по Краснокамскому району под административным надзором состоит 16 человек. Среди них есть и осужденные, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления и другие. Данный надзор осуществляют сотрудники полиции в плановом порядке. С 15 по 19 июня в Краснокамском районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Административный надзор», направленное на предупреждение преступлений и правонарушений со стороны лиц, ранее судимых, в том числе состоящих под административным надзором, оказание на них индивидуального профилактического и воспитательного воздействия, а также активизация и реализация требований Федерального закона номер 64 от 6 апреля 2011 года. В зависимости от части по данной статье предусмотрено предупреждение, штраф от 500 до 1500, обязательные работы, а также арест до 15 суток. В отделе полиции по Краснокамскому району ежемесячно проводятся плановые комплексные профилактические мероприятия под условным наименованием «Должник». В ходе данной операции выявляются факты неуплаты административного штрафа. В ходе данной операции отделом МВД России по Краснокамскому району фактов неуплаты административного штрафа в установленный законом срок, предусмотрено статьей 20.25, привлечены всего 19 человек. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.